В интернете появились кадры из салона загоревшегося в Дубае Боинга Emirates. Внутри еще не сильно задымлено, люди в панике, слышны крики детей. Первым делом пассажиры хватаются за вещи, некоторые снимают происходящее на камеры. После в салон врывается один из членов экипажа и требует, чтобы все немедленно бросили свои вещи и покинули самолет по надувному трапу. Накануне в аэропорту Дубая при жесткой посадке загорелся лайнер авиакомпании Emirates. Эвакуация заняла менее минуты, но все равно несколько человек госпитализировали. Они надышались гарью. Кроме того, при тушении погиб пожарный. Причину возгорания еще предстоит установить. К расследованию подключились специалисты компании Boeing.